Кстати, да, молодец. Не ходить. Пока не ходить, Алик должен пойти. А почему? Почему? Потому что мы так офишенси играем. Да, держи. Спасибо. Поставь слона. Бей на 80, на F7. Не подсказывай. Тихо. Подскажи, как ты, Алик. Не обязательно сейчас ставить. Ты можешь оставить его в резерве. Можешь потом. Я пойду. Я думаю. Он думает. Алик специально думает, что тебя доказывает. Не волнуйся, заберет поменять. Сейчас твой ход, ты должен сделать, что нужно. Мой ход? Ну сейчас ты подожди, Алик должен пойти. Потому что он первым начал думать, он специально перезил. Я не специально, я думаю. Я могу думать. Смотри, сейчас из-за тебя думают 3 человека. Я пошел. Нормально. Яшин, Алик. Можно забирать? Ну, я, наверное, давай, ее коня мы... Давай, это хороший ход. Туда заводи, ты сразу нападаешь на вторую сторону. Ты понимаешь, что я понимаю, хочу. Понимаю, давай. Правильно, молодец. Сюда? Что? Ну поставил, уже пошел, ничего не сделаешь. Нормально. Что он хочет? На, поставь туда потом пешку для защиты. Ты тоже пешку поставь туда. Куда? Слушай, ты снимай как. Вот так выглядит стол. Ну что не выглядит? Ты садись, все остальное потом. Если ты не закроешь, мы не будем ни есть, ни пить. Мы будем есть и пить. Чего вы боитесь? Мы ничего не боимся. Ничего? О, да, вот, молодец. О, стол должен быть полным, правильно? Нет, полный. Вот и все, но я же говорю. Он не должен быть. Это для тех, кто не любит, привык есть. Нет, это я положила вот для дедушки, для этого вот эту вот рыбу, ну, чтобы мы сразу выбросили. Ты консу ешь? Нет. Я поэтому и спросила, потому что он же уже 100 лет ее не ел. А похоже на консу. Можно мне положить вот этот салат, как правильно его кладешь? Ну, в смысле, вот как ты умеешь? Не размешивай. А, не размешивай? Не, ну, чтобы было всего по чуть-чуть, но честно. Так оно самый вкус там внизу. Нет, потому что, например, Яша, он выбирает помидоры. А что там внизу? Там вот самое вкусное есть вот халапини и оливки. Это японское пиво. Вообще здесь все вкусное, там вижу. Оливка есть вкусная. А оливка это новый ингредиент. А, ты же... Да, я не могу. Не было перца, поэтому... Сегодня довелся, Света, играть. Уже начали. Проиграю. А с кем играть? Мои проиграли вчера. Да, но только треть. А что, я могу выбрать? Нет, вот так вот все вместе. Здесь Анатолий, здесь сыр есть такой вот белый. Это фито, наверное. Света, это какой сыр? Моцарелла? Козий. А еще, он рассол там был. Он сам там. Потому что... Ты, Алик, рассказывай все, рассказывай. Дядь, потому что... Я сижу. Вот сядь и ты. Вот ты сядь. Спасибо. Тебя не видно, я никак не могу... О, наконец я тебя поймал. Алик белый фил. О, молодец. А что значит рассол? Она была все. Алику отдай. Ну, в пучке. Я так понимаю, что мама же не будет это. Нет. Мама три. Зелененькая, есть осторожно. Держи. Нет, так можно. Оно очень острое. Это медовое вино. Вот так? Да. Оно очень острое. Хорошо. Серьезно, очень острое. Ты острое ешь вообще? Нет. Нет, я тоже стараюсь. Но вот это огурчики я ем. Огурчики это пи***. Начинай! Я сдавал экзамены в первый класс, и меня сказали, у него нету никаких... Ну мы его возьмем. И потом... Потому что у него брат или что? Не знаю, но я не знаю, да, потом он сдавал, пришел и сказал родителям, что надо его освободить. И мне повезло меня освободить. Нет, я почему? Ты же теперь поешь. Да, потому и поэтому он и поет. Поэтому я и пою, да. Нет, я не помню этого. Нет, но я... Я точно помню, я пришел. В первом классе не было. Перед первым классом они нажимают на кнопку, потом на другую, или, ну... Не на кнопку, на клавишу. Ну, на клавишу. И говорят, типа, она отличается от той или не отличается, ты можешь отличить. А ты спиной стоишь, они нажимают, это одинаковые нажал или разные, вот. И в таком вот. Нет. Ну и что? Ну я говорил, что я класс не помню. Сказали, что наша школа будет или спортивная, или музыкальная. Я так про себя думала, лучше была спортивная. Мы пришли во второй класс, объявили, что будет музыкально. Нифига, я и уже... И она сказала, вот 30 человек прошли отбор. Только двое не подлежат. Но из этих двоих один мальчик так хочет учиться. Я сразу поняла, кто это. Она не говорила фамилию. Не, я помню. Она сказала, он не подходит. Ну мы его возьмем. Он очень хочет. Вальс. У тебя был контрольный вальс. Да, я его до конца не доиграл. Ну да, но он звучал красиво. Вот я не помню автора. Шуман.
Вальс Шумана? Я помню, да, под конец уже так красиво. За пятый класс. Она мне остановила, когда она сыграла первый три аккорда, сказала, ты за какой класс играешь? Ну, ой, я говорю, она может тебе... Я говорю, за шестой. Нет, я... Она говорит, какой шестой? Я говорю, за шестой, говорю. Она говорит, ты знаешь, да? Она говорит, да за седьмой ты играешь, мы тебе справку дадим. Ну, звучало он был очень... за пятый, а год натянул. Но играл ты очень хорошо. Ты столько потом начал ругаться, что не хочешь, и я сказала, ладно, мне забираем повезло. От музыки, и идешь в спорт. Меня он повезло. Сказал, нет, тут учительница добренькая. Я лучше туда. А добренькая, дочка так нет, была, любила Игоря, нет, что... Нет, это какая другая была. Нет? А она говорит, он у меня приходил... Был, дочки не было, у нее был муж с Юрой, муж, у нее сын был, с Юрой во дворе, а Вася боксер. Такая, он ей анекдоты рассказывал. А она дочь? Мне про него рассказывала, как он боксер крутой. И весь что занятие так проходило. Подожди, ну... Гамму я один раз играл, и все. Она же музыкант. Это не у него было, не у меня. Она заучим была вообще, по-моему. Никого не говорят вообще. Она заучим была, вот. Я сейчас уже, да, правильно. Чем отличается завуч? Ты знаешь эту про нет. Ты с ней учился, с дочкой ее, Романченко. У меня было две дочки, где были учители, Романченко и Солод. Причем Солод была завуч. Романченко. Но она, он про Романченко. Я понял, Романченко да. Теперь зашла. Она нам говорила, что я не знаю, что мне делать. Понятно. Это мама. Ну, мама. Мама, не дочка, мама. Ну не надо, он же записывает. Да, покажи, что кому не надо, записывает. Все. Компромат, компромат. Ну, срок давности. Никаких сроков давности, без права переписки. Не посадят. 10 лет. Представляете, в Америку приходит запрос на выдачу. Экстрадиция. Особо опасно. Америка свои граждане не выдает. А но мы их не выдадим. Пропалил против музыки. Ты не хотела. Мне повезло, я удоволен. Я тогда как не повезло. У нас Юрка а был. Сам захотел. Юрка кончил 10 классов. Нет. 10. 10 классов чего? Музыки. Да. А разве там не 7? Нет, там было 10. Он окончил кап техникум. Он был тромбонист, его после этого могли взять в училище без экзаменов. В оркестр. В оркестр могли взять, не знаю, он вы хорошо взяли, играл. Дядь Толя, убери, я тут что-то даю, наговорят. А вначале получилось как? Закрой. Это хорошо будет. Закрой лавочку. Послушай. Хорошо, закрой лавочку. Хоть узнают вашу подноготную. Иди на язык, дядя Толя все пишет для органов. Дядя Толя. Если все записать, эти органы да. Меня не достанут. То скажу, потом нечего будет рассказывать, на словах велел передать. Сегодня сказал хорошо про них. Муж Ирины Халиб. Я начал читать, когда вы пришли. Он сказал, что говорит, страна, управляемая бандитами. Ну, все, дал интервью для польской газеты. Ты хватит снимать, если за границу не пропустят. Она, наверное, проверят. Проверят. Ну, она вернется. Пусть проверят. Ее пустят. Она умирает, что ли? Не, ну я вам покажу всем знакомым, родственникам, Саше. Болтаю, да. Да, как мы тут хорошо. Ты молчишь вообще? Я рассказываю тоже, как это будет. А что тебе сказать? Ты дай мне камеру, я тебе сниму. Скажи, какие впечатления вы столько сняли? Давай я тебе сниму, а ты про белорусские органы скажи. Какие органы? Какие органы? Внутренние. Не надо. Просто не вот как он. Али говорит, так ты снимаешь. А я могу, я не это. Дай он тебя правда снимет. Что могу. Значит правда? Ну за что? Он... Он меня снимал уже. Сесть он всегда успеет. Да, я его сниму, и он сядет. А кто в него посадит, да? Ну, хорошо. Все нормально, все, мы сидим. А ты можешь свою камеру повернуть, чтобы может, она камера саму... снимала тебя? Конечно могу, я все могу. Поверни. Я все могу, но не хочу. Пожалуйста, почему не хочу? И что, тебе вот, на тебя вот снимает? Теперь... Нет. Да что, ты нас снимает? Я сейчас поверну ее, она будет снимать меня. О, видишь, какая рожа. Красная рожа. Нет, это у нас желтый. Близко. Давай, я подожду. Тогда вот так сделай, ладно. Мне все равно, какая рожа, я так на глаз. На глаз. О, дай, что я заберу потом. Резкость плохо наводится. И выложу ее. Хорошо, все наводится. Медленно наводится резкость.
есть. Хорошо, хорошо. А у тебя зуминка там? Да, да, там 50. Если зум, там все надо. Там есть. Не, я убрал зум, это было очень близко. Папа только демонстрирует. Я показываю. А. Показывай. Показывай. Made in China. А это не... Ну, вы расскажите, что вам больше всего понравилось. Нью-Йорк, Манхэттен. Не. Сегодня. Стефан сегодня сказал. Ненавижу. Ну, ему лыжи понравились. Устал, бедный. А почему? Он устал. Ну, он устал, хочу. Но он не очень устал. Хорошо, молодец. Мы долго ехали назад, да. Да? 15 минут в туннеле просидели, потом от вас посидели почти 25 минут. Конечно. Ну, в туннеле там. Он же водил только. Он же сначала, он же очень хитрый, твой муж. Он сначала выспросил у меня, что я видел уже. Да правильно, а что я тебе второй раз? Да. Рассказали, или куда рассказали. Я запросил, или куда он думал, что не видел. Где золото лежит, показал? Показал, да, показал. Показал. Все да, показал. Да, да, да. Но на дядю тоже не понял. Он не знает, кто такой Брюс Уиллис. Заставил обнять. За 5%. Мы обнимали так вот в центре. Если смотреть в ту сторону, в центре, если смотреть на него с хвоста, то левую. Нет, он был в середине. Но там сейчас ремонт. Левую часть, там 4 на 4, 16. Да, вот передний ряд, в смысле, ближе всего к ультрацентру. Если стать спиной к ультрацентру, середина левая. Вот, а у меня было две правых. Значит, у нас это больше. О, а да, нет, я вот, я с вами так. Там сейчас выставка идет. Из Камбоджи построены всякие... Там закрыт, вид закрыт, но можно с другой стороны заходить. Тогда. Что, хотите что? Водку, можно добавить orange juice, будет вкусно. Да, очень. А можно добавить еще вот это. А я этого добавил, я случайно не налил понятно. Сюда, попробовать. Понятно. И забыл. Это называется ёрш. Нет, если нет. Ты еще пиво добавишь, вот. А вот где башни было такое, ну, типа как, а где все, бывшие... До сих пор, ну, да, там доделали. Там просто держи. Доделали. Он отключил, что ли? Еще не залили, закончили. Нет, есть было. Он закончен, мемориал закончен. Мемориал закончен? Ну, мемориал закончен, но туда не пускают только по предварительной записи. Нет, вот... Короче, там сбоку на этой улице, она чарша называется, стрит, нет, чарша. Я сказал. Что вот этот котлован залит. Показал этот мост. Нет, там будут стены, черные стены, льются вода. Алекс, подожди. А там мы когда ушли, там мемориал в здании находится. Да, почему его закрыли? Здание мемориала потом сейчас вот так просто не... Это какие-то домики, два квадрата, как саркофаги над ними черные. Это я знаю, не эти здания. Когда ты идешь по улице, по-моему, это чаша, которая построена с правой стороны, офигенно очередь, и там мемориал сейчас. Туда билеты продают. Вот, так вот туда продают билеты, но билет купить в день нельзя. Можно, там очередь стояла. Очередь стояла не в тот день. Ты должен паспортные данные оставить. А, то есть ты там оставляешь, что он идет? На следующий день. На следующий день наш живой. Да. Они зарегистрировались в музее динозавров. Мемориал в Дании, это столица. Да, есть фотографии. Там в интернете. Да, выбираешь мемориал, фотографии и имидж в Северной Америке. Не только в Канаде, но и в вашей части. Ну, ясно. Что, вот больше Мэтиса? Я не знаю, я в этом не было. Ну, слава. Правду. Ну, Алик! Версия, что... Ну, окей, правильная версия, Стефан. Что случилось там уже. Ну, тебе Стефан рассказывает. Ну, Алик, если вы понимаете, вообще не может ничего рассказывать, потому что он уже целоколный. Он много выпил. Это первое. Это второе, первое. Что мы находились на Джимми Хьюго Экспресс. Да, кто-то гонит. Я перевожу Джимми Хьюго, это название, название одного проезда. На. Кран. 0-0. На второй период. Стефан, я смотрел то, что Алик заснял, ты не успел облизать то, что теперь это облизывает. Стефан, ну, что, так попроси меня, я помогу. Случайно помогу. А чего папа сидит? Он же говорит, у меня все. Все у него. Случайно получилось. Ну, Стефан, у меня случайно. Стул не надо вытирать. Он голодный, дайте доесть один. Или... Пусть он от него скушает. Так вот, что лучше, Яша? Или Стефан, когда вытирается? Нельзя сразу. У меня Стефан вытирается. Стефан аккуратнее. Вот, так я про это говорю, что Стефан лучше. Надо Яше делать замечание. Значит ли это, что он должен все выливать сейчас?
Нет, это самое, поменяйся с бабушкой местами, пожалуйста. Света. Поближе к Алику. А я прочитал недавно, что... Я не хочу, меня будут бить. Я не буду бить. Давай, да и дай, потому что дядя Толь должен кто-то фотографировать. Да, договорись, как я не видел чего-то. Тогда покушай. Ну вот, вот я покушаю. Да, да им покушай. Алик, твою забирай. Да, можно забрать. Давай. Я буду торт. И вилку давай. Я не знаю, что там чистое. Нет, я буду этой вилкой есть. Ну что ты... Ладно, хорошо. Извиняюсь. Ты же не в ресторане, что тебе... Мне кажется, что я на лёд наехал. Ну, я полетел. Ну, может, ты правда лёд уже. Да, правильно. Нет, на кусок, на круглый кусок. Это нас называется. Могу. Не лёд, а... Сама она может прыгать? Снег с такой горы. Центральный крест. Нет, это не нас. Это такой... Я отключил. Круглый кусочек, да, отломался отсюда. Я на него более вероятно ехал. Меня, значит, сигнулось, и мне попало, ну, в шлем. В шлем. И поцарапнуло. Сама отстегнула. И вот это? Да. Так она улетела или рядом осталась? Мне нужно... Нет, она отлетела ко мне, потом отлетела, ну, возле меня. Потом ты, там, подбирал. Где ты к ней потом полз, потом, наверное? Нет, а я не Алик полз. Был на Алик был на другой стороне горы, на другой стороне движения. Вот сейчас мы узнаем. Так, Алик, у тебя страховка есть медицинская? Время звонить. Он на другой стороне, он был на... Бить на... будут. Там было пересечение. Я знаю, как ты за ребенком смотрел. Там не одна трасса. Какая одна трасса с другой стороны горы? Лыжа улетела. И что? И ребенок на карачках полз на другую сторону. Нет, нет. Нет, он сейчас договори, договори. Он не был. Там, а где он был в это время? Там было пересечение клифа и нашей трассы. Ну? Он был на другой стороне, клифф был больше, потому что мы въезжали клифф, а из-за того, что клифф была гора, там внизу, я его не видел, он меня тоже не видел. Я могу подтвердить он недалеко. Только одну часть этой истории. Он, ну правильно, ты его не видел. Ну потом я встал, одел, но оказалось, что у меня уже были застегнуты ботинки. А лыжа не может уехать, она на ремешке. Может. Нет, ты что, на ремешке это очень опасно. Оторвет же ногу, если что. Не оторвет ногу, ударит. Не может ударить, да? Ударит, да, больше, порежет. Ну, а если бы лыжа вообще, километр? Ну, нормально, значит, есть люди на одной ноге. Значит, есть. Мы, это был, наверное, 10-й раунд. И устал ты. Я могу подтвердить, это было легкое. Что-то было с другой стороны. Легкая гора. Легкая, мы видим результат. И это было два всего момента, когда я действительно прокурору терял расскажешь. Его из вида. И этот момент... то есть я проехал, я как-то я повернулся, а его нет. Я, значит, встал сразу и стою, жду. Час жду. Два жду. Нет, не так. Я про а себя... в анекдотах так обычно. Папа, я извини, когда себя... ты будешь ездить? Я не буду ездить. Себя 10 посчитал до 10, его нету. Я... Второй раз посчитал. Нет, я сказал так, я для себя решил, еще раз до 10 досчитаю. Ага. И пойду наверх. Да, у нас так физкультурник считал. Раз, два, три, я скажу завтра. Да, и потом это... И потом помнишь? Я дошел... Да, до... Класс, я не успел это... даже лыжи снять, он появился. Я вам говорю, что-нибудь произошло. А, о, вот вам всем. Папа, вот этот шоколад, он не такой, как вот был в том торте. Он вкусный, этот шоколад. Папа, давай, я боюсь, что я... За рулем? Я за рулем. Ну да, Алик, ну давай. Ну все. Слушай, как бы то ни было. Потом Стефан подъехал и вам сказал, что что-то с креплением. И что он, да, он что-то там упал чуть-чуть. А вам обоим не повезло, что у вас не было такого дядьки, чтобы даже я всегда вспоминаю такого. Вот я всегда вспоминаю Давида, потому что Стефан, редко, Стефан дядя младший, молодец. А я тоже да, младший. Да, он. И поэтому, если сравнивать меня, тебя, Олег, нельзя сравнить. Просто он... если меня сравнивать с Давидом, то я к Стефану, как Давид ко мне. Не. Я младший Давид дядя. Мало. Да. Младшего... Но... Стефан хотел сегодня тебя купить. Что? Там продавались Оскары лучшему лаверу, лучшему, ну, the best. И там было даже the best aunt, а the best uncle не было. Стефан. Стефан такой не мог писать. Стефан прагматично очень. Это Яша, либерал. Яша либерал. Шах, если фигура закрыть, шах можно.
Нет, шаг нельзя. Шагом можно. Раньше а как видно, когда снимают? Вот если когда у него пешка, поставь пешку, забери. Ну, не надо, время уходит. Главная проблема, потому что я буду долго думать, потому что как только ты начнешь проигрывать, мы будем увидеть, что получится. Так не, тут так не ходят, дядя Толя. Давай, Степан. Почему давай. Не ходят? Ходят, дядя Толя, сейчас увидишь. Тут так не ходят, дядя Толя. А как? Тут не играют такие шахматы. Забудьте все свои правила, дядя Толя. Надо играть в полную стенку, вниз изнанку. Смотри, вот у нее... Мой ход еще, поставь коня. Как твой ход? Мой ход еще. Ты сделал три хода, а я сделал два. Ты вон не ходи потом. Дядя Толя спокойней, медленней.